Так, ну что ж. Добро пожаловать всем на стрим. Наконец-то я смог доползти до компьютера, таки раньше обычного, поэтому сегодня будем проходить дальше. И как кое-кто мог заметить, у нас есть пополнение там сегодня на канале. Я поздравляю пользователя Зот Степанов. Спасибо за фоллоу, опять же, таки очень приятно. Я надеюсь, что понравится это на канале, и будем стараться. Вот. В принципе, как видите, тут еще дополнительно, поскольку сейчас уже близится Хэллоуин, разработчики решили запилить челлендж под названием 4 ночных дня. Вот. В чем он заключается, в принципе, ну, видно уже, как бы, да, что нам придется перемещаться ночью. Я думаю, это добавит, конечно, на геморроя, потому как выслеживать в темноте различных зверюшек тяжеловато будет. Но я думаю, мы справимся как-нибудь. Так, ну что ж, приступим, значит, 4 days and night. Значит, у нас день уже второй пошел, да? Остается 11 часов, там 48 минут до конца челленджа. Ну давайте походим. Так, будем играть за мужчину. Да? Да. Так, сэндбокс. Посмотрим, что это нам даст. В принципе, побегаем немножко там, сейчас то разомнемся. И потому что дальше по сюжету. Вот. На острове Большого Медведя наступила бесконечная ночь. День второй. Завывание. О, господи. Кто здесь? Так. Вырублю, пожалуй, свет, потому что я ни хрена не вижу, но я... А нет, по-моему, кто-то там прется, и я пойду, наверное, в противоположную сторону. Жить-то все-таки хочется, так-то. Пройдемся, прогуляемся. Я пока не знаю, что у нас по припасам. Локация напоминает таинственное озеро. Но я могу ошибаться. Вот, самое главное сейчас не попасться к какому-нибудь животному, потому что мы и так уже замерзаем нахрен. А еще и ох, продувает так как. Господи, блин, я прям чувствую это все. Сегодня у меня, как назло, возвращался с работы, и по дороге у меня поломался замок на молнии на куртке. Ну, пришлось потратить час на поиски различных замков там. И ремонт. Так. Ну, здравствуйте. Что у нас есть? Ни хрена тут у нас нет. У нас есть только полено там. Ага. Так. Ага. Хорошо. И все, да? Так, а что у нас есть разжечь? Ну, в принципе, не густо, 12 спичек, но давайте попробуем. А пока что надо отогреться в такую погоду, конечно, и на собаку то не выгоняют на улицу, но... Да твою ж мать. Так, еще раз. О, нет, у меня растопка закончилась. Так, ну, мы остались без растопки. Таковые шансы, значит, сегодня у нас так распорядилась судьба в виде рандома Всевышнего. Так, надо пошариться. Там какие-то ящики есть, вот, я смотрю. Или это просто вот... бараки вот эти на расстоянии трудно похожи на ящики, пока не видно. Темно, как не знаю где? Ну, вам, конечно, оно получше видно, но потому что у вас там все осветлено. Вот, а я, короче, пока еще брожу. Не хочу мерзнуть. Хочу греться. Так, что есть? Так, хорошо, крючок нашли. Я уже батончик вижу, там валяется, да? Хорошо. Ух, блин. Продувает-то как. Так. Отлично, патрон на револьвер. Ну, по-прежнему у нас растопки нету. А можно ли ее по-быстренькому запилить? Ничего себе набор, слушайте. Неплохо, неплохо. Так, но тем не менее, сосредоточимся на растопке. Растопку пока что делал лотнейшего, потому что нам надо подобрать как минимум одну ветку, из которой уже будем делать материал на растопку. А там еще какой-то там домик. Я уже буду, в принципе, от домика к домику бегать. Посмотрю, что я еще там упустил. По-моему, я там не пошарился, не поискал по тумбочкам. Тут не везде посмотрел. Блин. Что это у нас тут? Так, значит, кедровые дрова есть. Так, еще дрова есть. Все есть, растопки нет. Так, у нас есть ткань. Газета, хорошо, это подойдет. Так, теперь по-быстренькому из газетки сейчас наделать, короче. Так. Ох, твою ж мать, у меня тут риск обморожения прям, уф. Надо подлечиться срочно, конечно, надо разогреться, надо жить. Признаться, я не помню, конечно, надо ли успевать каждый вечер, опять же, проигрывать здесь. Отлично. Так, добавим туда еще, давайте. Палок у нас он 3 часа есть, отлично. Ой, хорошо. Спину погрею хотя бы. Так. Мы можем пока что приготовить себе воды. Тут можем ведь? А, понятно, не прямиком же на этом. А, идиот. Так, пол-литра не помешает, давайте. Так. Подождать, пока закипит. И, по-моему, у нас уже там рассвет потихонечку. Ой, хорошо. Так, ну я, наверное, еще закипячу туда пол-литра. Так, у меня он вылечился с риска обморожения, это уже замечательно. Ну, пока не рассвело, давайте он еще, наверное, натопим чуток. Я хочу запастись. В смысле переохлаждения? Так, я что-то не понял. Я только что, опять же таки, был то возле печки, там все дела. Давайте все пару часов полежим здесь возле печки, может быть, как-то оно поможет. Ни хрена себе. Так, слушайте, да. Неожиданно. Так, ладно, я сохранять не буду, короче говоря, черт с ним. Это что-то прям вообще какой-то там неудачный забег получился. Хрен с ним, давайте дальше по сюжету. Опять-таки я обещал по сюжету, поэтому давайте дальше. Не заморачиваясь особо. Да, мы остановились на том, что я наблюдал за этим прекрасным оленем. Вот, и по времени у нас уже, в принципе, ночь вылезает, поэтому я думаю, на ночь он сейчас куда-то, ну, выходить нет смысла. Разве что подсобирать, наверное, всякие палки, там, тыры-пыры. Так, мы... Ага, у нас есть, короче. Но пока нет, нет. Я хочу выйти. Олень. Так, и тут же мерзнуть начал вообще. Но посмотрите, какая красотища, господи ты, боже мой. Руки отнимаются, ноги отнимаются, но... До чего же хорошо. Я думаю, что мы переночуем в снежной вот этой... штуковине. Но по факту, опять-таки, я смотрел там несколько видосов, где опытные там чуваки ходили, ну, ночевать в подобных снежных укрытиях. Вот хорошее слово, да. И нормально все переживали ночь, как бы, ну, думаю, без проблем. Было холодно, конечно, да, но тем не менее, если под рукой ничего нет, то берем, тогда насыпаем то ветки всякие, мох там и прочие такие плюшки. Вот. Поверх опять набрасывается снег. Но в этом снегу тут вырывается небольшой тоннель такой. Вот. Залезаем туда, достаем оттуда весь снег, протыкаем парочкой веток там всяких. Это все дело, чтобы дышало. Вот. Ну и залезаем туда. Тут на ночь. Единственное, что надо организовать он так, чтобы выход или вход, короче говоря, находился ниже уровня, на котором ты будешь спать. Так, сейчас согреемся. Полезли сюда. Починить еще можно даже, да? Ух, не. Слушайте, интересная концепция, ничего не скажешь. Я в принципе, заинтересован. Так, ну и пока вроде тепло, нормально. Все, можно поспать даже, если попытаться. Ага, поспать можно, да? Так, попробуем часик поспать. Ну-ка. То, не подохнули я тут часом? Угу. То температура у нас положительная в этом плане, поэтому я могу тут спать еще, наверное, несколько часов. Так, ну, нужно отдохнуть. Нужно отдохнуть, да. Поэтому давайте. Так, передремаем, наверное, на часика 4. Я надеюсь, не подохну. Так, поднимается ветер, значит, мы полностью согрелись, но температура пошла падать теперь, заметьте. Ну, а по-хорошему переждать, наверное, это надо все. Сейчас попьем, поедим. Там у нас еще остатки волка есть. Так, где там наш волк? Кушать. Значит, что у нас... 93%. Свежая волчатина, давай. Поели? Окей. Я еще дополнительно, наверное, еще поем. Ну, что-то в последнее там время тянет есть. Так. Отлично, полный желудок. Так, напились. И у нас еще там сухпай остался, но я приберегу, пожалуй. Ну, пожалуй, его на будущее. Так, температура падает. Я явно думаю, нам здесь... Ух ты, что, ешь, мать. Как же оно... Тут жарит-то все. Бежать я не могу. Потому что перегруз. Но тем временем там уже потихоньку он светает. Или это и есть он, тот огонь, на который я шел. Товарищ олень, ты не подскажете дорогу? Я тут заплутал немного как-то. Так, наш факел, в принципе-то, можно поджечь. Используя спички, попробуем. Вот уже неплохо. Так. Было бы и классно, если бы можно было поджечь вот эти все столбы. Организовать такой себе лагерь. Так, сейчас холодно, я знаю. Нам срочно надо будет сейчас поджечь еще одну партию дров. Держись, родная. Так, значит, сейчас мы подсобираем палок, и нам срочно надо будет отогреться. Надо подыскать место, где нет ветра, потому что продувают сейчас просто вообще не по-детски. Учитывая, что мы еще до сих пор не зашили одежду, там просто ужас какой-то. Да. Сейчас потерпи. Потерпи, родная, еще рано. Так. Ай, хорошо. Молодец. А что это у нас тут? О. Так, ребята, мне это нравится. Ну, по-моему, я здесь уже был, как бы, но каждый раз, как в первый раз, вы знаете. Все прекрасно. Тут есть он где заночевать, он главное, чтобы Потапыч не пришел. Так, добавим палки. Так, добавим туда факел еще, давайте кинем. Все туда кинем, короче. Вот пару часов у нас есть. Что, конечно, замечательно. Но давайте пока осмотримся. По-моему, я здесь уже был. Вроде как никого. Это прекрасно. Так. Хорошо. Да ты уже ушла оттуда, господи. Че ты ноешь? О, все путем. Так, подкинем давайте сейчас еще угля туда, короче. О, 4 часа у нас есть. Сможем даже... Я не знаю, подремать пока, полежать, что ли. Тихо. Ну, давай. Так, 3 часа давайте. Поспим, как раз он согрелось, нормально все у нас. Обморожения у нас уже не будет, что замечательно. Ну и можно попить, поесть. Подождать, пока распогодится это все дело. Как же дует так? Так, значит, у нас еще там что есть? У нас еще пока осталась волчатина. Ну, после этого вам можно будет уже перейти на шоколадки всякие. Ну, а потом уже поохотимся. Ну, то, когда понадобится. Так, ешь. Угу, отлично. Сохранились как раз. Ну, и там еще на 2 часа 22 минуты. Я не знаю, сейчас он спать уже она не сможет, потому как мы тут выспались на полную. Я похожу, пока там сейчас он 2 часа есть. Я похожу, посмотрю, что тут вообще есть такого. Вы посмотрите на это только. Что ж там такое находится-то? И что тут... Что тут хрустнуло только что? О боже, я начинаю пугаться хрустящих деревьев. Господи, ну и дует, а? Как же дует. Подниматься наверх я не стану, потому что там риск поскользнуться высокий. Слишком холодно, но тем не менее такой ветер хорош, потому что, позволяет вот, позбивать мелкие ветки с деревьев. Вышел такой на утро, насобирал там барахла всякого и почапал дальше. Так, что-то она вообще замедлилась, я так понимаю, у нас перегруз прям дикий, поэтому я не буду сильно разгуливать. А прикиньте, как он... Щеки им сейчас уже обмерзли. Тут идешь такой и разговаривать уже не можешь, потому что уже замерзла все чертовой матери. Так, что мы можем приготовить? Что мы можем приготовить? Кук. Ага, но пока ничего, потому что нам надо что? Нам надо и изготовить он всякое такое. Так, давайте, пока у нас время там идет, я приготовлю себе растопку из веток. Так, хорошо, уже неплохо. Бинты. Так, приготовить грибы рейши. 15 минут. Почему бы и нет? Так, приготовить шиповничек. Сейчас почаюем, нормально все будет. Так, значит, теперь, короче, мы можем, типа, пилить ботинки и штаны из оленя, ну, плюс там различные повязки и головные уборы, получается. Вот. Импровизированная, как говорится. Так, можно запилить факел, если у нас будет 3 палки, 1 тряпка. Угу. Я думаю, не стоит. Угу. Так, понятно. Нам типа можно выковать всякое такое. Ну, в принципе, неплохо. Давайте. О. Тем временем расцветало. Надо приготовить чаю. Наверное, пойти сейчас. Давайте. Так, антибиотик. Значит, что у нас эффект начала? Пейнкиллер. Я прихочу, наверное, вот этот. Сейчас он чай на шиповника сделаем. Пей. Ай, хорош. Так, час 30 еще есть. Я пока подожду, пока ну, ветер уляжется. Думаю, надо сейчас посидеть. Незачем пока выходить еще. Так. План у нас какой сегодня? Значит, я планировал посмотреть еще по карте. Ну, куда ж нам переться там, собственно. Так, посмотреть на карте. Ага, вот у нас домик, типа, да? Угу. Здесь какое-то неизвестное место, опять же, Black Rock. А, это тюрьма. А, вот оно что. Получается, говорится о том, что несколько заключенных из тюрьмы Black Rock сбежали, в общем говоря, и попали в Отрадную долину. Нам надо посмотреть, получается, не распространились ли последствия там событий, которые произошли в Милтоне, на противоположную сторону гор, так сказать. Так, вот у нас есть, значит, Отрадная долина. Здесь я уже был. Так, вот сарай Молли. Вон дом тут Молли, короче говоря. А где я-то, собственно? Ага, получается, нам пару мест надо исследовать. Я так понимаю, отыщем там тела заключенных и подберем с них вот всякий лут, что в принципе классно. Так, сейчас бы выяснить, где я нахожусь, и уже вот я нахожусь где. Так, понятно. Хорошо, хорошо. Так, ну план действий, конечно, у нас эпических масштабов, опять, потому как снова пробираться через ферму, потом на перекресток. Блин, даже не знаю. В принципе, есть вариант пойти, перейти здесь, потом опуститься ниже, перейти сюда и попасть сюда, но... Черт его знает. Так, час 13, по-моему, ветер у нас уже потихоньку усаживается, и это неплохо. Я думаю, что надо пройти в первую очередь сейчас, поискать различные постройки. Мы пойдем искать заключенных из Black Rock. Но пока что тут подождет сюжетная линия, потому что я хочу посмотреть, что там еще есть. Ну и потом уже, чтобы не возвращаться по 200 раз. Так, прихватим с собой факел. Факел, ну что-то вообще там слабоватый. Так, ладно, я добавлю его обратно. Гори. Ух, блин, быстро мерзнем, ничего не скажешь. Очень быстро мерзнем. Это плохо, а мы такими темпами костры там жечь будем. Тут каждые 5 метров это буквально. Я пособираю палки, сейчас посмотрю, куда нам идти. Матери божья. Фу. Так, вот еще нападало. Но об этом я и говорил-то, собственно, да, что то под утро, ну, можно отыскать кучу упавших веток, и это как раз помогает продержаться на ветру. Так, значит, что там у нас вообще наверху? Надо пойти хоть более-менее осмотреться, где я нахожусь. И нет ли здесь какого лута? Ну, как обычно, игра про лут, короче. Но похоже на тупик. Или нет? Или да, или нет. Так, посмотрим. Ну, понятно. Мы больше не согреваемся. Мы быстро замерзаем. Блин. Что ж так дует-то? Эх, кто бы снег-то почистил. Так, сейчас выйдем. Сейчас выйдем куда-нибудь на опушку, посмотрим. А, водопад. Понятно, все, я понял, где я нахожусь. Там дальше озеро, короче, там и понеслось. Ну хорошо, здесь есть спуск. Нам по-любому опускаться, поэтому я пойду посмотрю там, что внизу происходит. Так, тут мы, короче говоря, ну да, вылезает риск подвернуть ногу. Я не знаю, конечно, нам на каких в этих условиях можно подвернуть ногу, но страшно, блин. Сейчас раз только и хрустнет все. Тихо, тихо, тихо. Ух. Опасно. Опасно, шо пипец. Так. Ну уж, пожалуйста. Не ломай ногу. Не ломай ногу. Ух. Ой, ой, ой. Нет. Так, бегать, короче, нельзя. В правое ухо там шумит водопад. И мы потихоньку спускаемся отсюда. Я все-таки вижу дым. И давайте по карте посмотрим. Да, я так понимаю, что дым исходит откуда-то отсюда, может быть. Из-за леса, из-за гор. Жестоко мерзну. Давайте сейчас я найду какое-нибудь укромное местечко. Надо будет подсогреться. В принципе, что если мы вот тут сейчас куда-нибудь... Да, я знаю, потерпи минутку. Сейчас. Так, ветра нет? Ветра нет, хорошо. Поехали, поджаримся немножко. Так, спички пошли, там 70% шанс, значит, и ждем. Yeah. Come on, little fire. Good job. Так, хорошо, значит. Ну, на 50 минут, думаю, достаточно погреться. Сейчас он заварит еще один чай. По быстрячку. И этот чай будет нас он греть еще некоторое время. Я, в принципе, подожду там условно эти 10 минут. Потому что у нас тогда будет и запас в согревании, и... Я выпью как раз дополнительно на чай уже, когда у нас заполняется там шкала подогрева. Короче, сложная математика, все дела, вы знаете. Так, 4 минуты до готовности, 3 минуты до готовности. Ну прям как уже дошик, блин, какой-то. Тем временем на природе. Так, ну-ка. Отлично. Выпить. За любовь. Так, значит, есть? Есть. Забираем отсюда факел и погнали. Топать будем медленно, потому что перегруз. Но я думаю, по дороге мы... Сейчас он половину еще... Ну, волка там... Твою мать. Половину волка еще, короче, сожрем. И полегчаем на пару кило. Так, тем временем, короче... А, понятно, по ручью выхожу. У нас будет там мост. Там по мосту выйти направо и... И где-то тут был медведь. Но, по-моему, я переходил в этом месте как раз и вон там. За горизонтом. Где-то был косолапый. Господи, олень. Увидел жопу, испугался. Испугался оленей жопы, блин, дожился. Так. И все-таки покоя не дает мне вот тут дым. Что там такое вообще? Что это за место? Что там горит такое? Интересно. Так. Хм. Так, мишки нету. Я пока что сейчас тут постараюсь осмотреться, чтобы не завалить ничего. Так, олень. Ну, олень еще, ладно. Я пока что их, наверное, подстреливать не буду, потому что, во-первых, он тащить тут некак. Я уже перегружен. Ну, а во-вторых, что я вижу? Я вижу домик, опять же, который уже раньше видел, по-моему, да? Я пройдусь, наверное, еще раз, опять же, таки перепроверюсь. Мало ли что, то память подводит частенько. Так, два сарая есть, да? В первом уже я, по-моему, уже грелся, а вот тут еще нет. Сейчас потерпим. Нам еще немного осталось. Так, ну и по идее, это есть он тот переход. Ага, вот уже куда мы вышли, хорошо. То есть, если постоянно идти в ту сторону, мы придем к месту обнаружения этих заключенных. Либо того, что от них осталось. Так. Сарайчик. Я же не знаю, в который раз подряд я прихожу туда, но... А что если там вышка? Я думаю. Может быть, это горит вышка? Опаньки. О, here we go, boys. Так, пусто. Шестяные варежки, хорошо. Так, что здесь есть? Ой, хорошо. Ох. Замечательно все. Так. Тут пусто, там пусто. Мы нашли, короче, там еще эти самые. Пехотинскую шашку там было написано. Я так понимаю, она то горит дольше обычной, там, или то наподобие того. Но выяснять это сейчас не будем. Опаньки. А там вышка связи, видите? Я хочу туда подняться. Мне интересно, что там будет. Последний раз, когда я поднимался на вышку, там был медведь, который раздрал меня как мог просто вообще. Но это было не с женским персонажем. Так, еще одну палочку возьмем. О, господи, Плюшкин. Он постоянно на пособирать он тянет что-нибудь. Но, тем не менее, распогодилось уже хорошо. Я хоть более-менее вижу, куда мне идти. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Поехали. Надо срочно нагреться. У нас он часик пока есть тут. Ух. Присядем. Так, риск на переохлаждение у нас ушел. Самое главное не допускать переохлаждения. Ну почему? Ну потому что оно потом переходит в обморожение, а обморожение уже не лечится. Да вы гоните. Ой. Так, посмотрим. Где мы находимся? Ну мы подходим типа к дому Молли, да, но нам надо будет опуститься вот сюда ниже. Пройти за горами. Навернуть вот такой вот крюк. Ну и может быть по дороге попасть еще и на вышку. Давайте типа пробуем туда забраться. Будет у нас такой Assassin's Creed. В лесах Канады. Так. Ну, в принципе, чем мы расселись там? Давайте приготовим что-нибудь. Поставлю, опять же, воды пока. А пока она у нас греется, давайте я пока эту сейчас выпью. Так, хорошо. Так, это еще пока не безопасный вариант, значит. А теперь уже питьевая, да? Да. Забрать с собой. Так, ну что, ты подогрелась, нет? Придется сейчас еще один чай, короче, заварить. Нам надо продержаться до следующего костра, поэтому я приготовлю грибы сейчас. Было бы неплохо отыскать пачку чая, ну, чтобы уже по 100 раз не готовить это все дело. Так, угу. Так, завариваем. Выпиваем, как раз он ветер поднялся, опять-таки у нас сейчас. Так, так пошел на согрев, отлично. Так, Макс пошел играть у нас в ВКС, как обычно все. Ничто не меняется в этом мире. Так, ну погнали. А, блин, я слепну, господи. Фу. О, как же ярко-то все. Так, ну и как обычно, на факел потух. Все потухло. Погасло. А что это там такое? Тихо, 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 это мое. Тут выронил от неожиданности, извините. Там какая-то хрень, я хочу посмотреть. Пробежаться, конечно, смысла нет, потому что если там окажется медведь, мы далеко не убежим. И все-таки этот дым, блин, манит прямо-таки, ничего не скажешь. Так, ну и похоже, этот сарай Молли как раз он, и там находится дом Молли, да, еще у нас. Так, сейчас меня просто настораживает, но звуки, поймите правильно. Так, хорошо. Отсюда куда нам идти? Нам поворачивать направо надо. А справа волки. Надо сейчас... подыскать место, откуда забраться можно. Зараза, скользко. Я постараюсь аккуратно, чтобы... О, звуки такие. Так, хорошо. Риск поскользнуться у нас прошел. Это хорошо. Но мы жестко мерзнем, придется буквально на чаях этих добираться до вышки. Она, кстати, там находится, да? Ага. Это значит, нам надо сейчас как-то в эту сторону, потом чуть левее обойти, да, и подняться. И тут, по-моему, был медведь. Так, чат, поглядывайте в оба. Нет. Не оглядывайся, придурок. Беги, что есть сил. Вот он. Бог ты мой. Вот и он. Вот и он. Так, еще и волк он тусуется слева. Падла. О, блин, по следу прям идет. Я бы бы на ходу там уже доставал бы какашки это самое, и бросал их тупо. Так. Ну, кажется, он нас не заметил. Это хорошо. Расстояние это нормально. Расстояние это нужно. Ох, мама родная. Если с волком справиться еще более-менее можно как-то, то с медведем это крайне болезненный процесс. Я думаю, что если он хотя бы раз подерет нас, мы тупо замерзнем. Ну, потому что одежда и так уже в критическом состоянии, и мы сейчас по сути на сквозняке опять уже любом, короче, мерзнем тупо. Так, где-то там подъем, но я пока, наверное, сейчас вон сюда пройду. Надо укрыться пока, а потом вернемся. Так, отлично, асфальт. По асфальту тут быстрее там ходится. И это, ну, по-моему, похоже на то место, где нас нашли в начальной заставке. Там еще была машина. Так, ну и медведь вот этот, блин. Я думаю, я в данный момент параллельно ему иду, как бы, поэтому... Как бы он не вышел сейчас отсюда тупо. Так, ладно, на это нет времени. Я поднимаюсь вон туда. Сейчас, короче, надо на возвышение забраться, чтобы я хоть более-менее обзор хороший имел. You don't say... да. Холодно так, что она аж бедная Иисуса уже вспомнила прям. Видимо, близко уже к нему. Так, мы можем где-то под деревом опять-таки затусить, но надо поймать тут направление ветра. Так, ну что у нас тут есть? Нету? Так, неплохое укрытие. Давайте опять-таки ближе к скале подойдем. Так, там у нас еще вышка, значит. А, понеслось. Риск переохлаждения. Да, она говорит, мне настолько уже холодно, что я начинаю согреваться. А вот это как бы плохая вещь. Почему? Потому что когда вы теряете температуру, то на последней там стадии то человеку вместо холода начинает ощущать уже жар, потому что то организм вырабатывает адреналин. Вот. Ну и в такие моменты бывали там случаи, когда Да твою ж мать! Когда люди тупо раздевались опять на морозе и это самое, и погибали, думая, что им жарко. Так, сейчас, короче, дотопаем. Я просто подыскиваю нормальную там скалу, где можно сейчас присесть и заварим чай. Все будет нормально. Вот, где-то вот здесь вот хорошо будет. Так, хорошо. Есть. Так, погнали. Принимать обезболивающее не будем тогда. Мы просто, если что, выкрутимся при помощи чая с шиповником. Так. Есть. Так, хорошо. Мы туда кидаем палки. градусов, температуру на полную давай. Так, факел один, туда второй кинем. Так, пара часов у нас есть, отлично. Теперь надо приготовить чай. Так, ну что тут у нас? Потянули лодыжку, короче. Переохлаждение, боль. А не менее, тут небольшой есть. Так, поехали ли крафтить, короче. Шиповничек. Так, подогреться, подогрелись, уже неплохо. Приготовить сейчас чай. Так. Пей. Так, не сработало, короче, надо еще раз. Я так понимаю, чай надо принимать для конкретно вас, скажем так, недуга, поэтому... Поэтому еще раз. Так, рейши, значит, ничего у нас рейши. У нас он шиповник уже кончился, мать твою замок. Ну ладно, ничего страшного. Так, хорошо. Это у нас получилось. Тут ветер как раз уже пропал. Пей. Так, хорошо, значит, опять-таки согреваемся, но помочь оно особо не помогло. Видимо, из-за того, что я шиповник применил не на то место, скажем так, намазал, да? Но пошло все не так. Ладно, у нас не остается выбора, давайте сейчас. Хотя, господи, остается еще выбор. Еще гоняем. Пока валяем немножко. Можно перележать еще там сколько у нас еще времени. Так, добавим сейчас обратно все это дело. Так, палок давайте на полтора часа где-то. И приляжем сейчас на часик. Надо немного восстановиться. Так, подобрать угол только. Тихо, тихо, тихо. Вот хороший вариант. Ну-ка, ну-ка. Так, хорошо, короче. Подогрев у нас уже закончился, но ветер тем временем пропал. Медведь тем временем приближается, поэтому мы факел в руки и топаем, короче говоря, неважно. Даже если поломаем обе ноги, я на культяпках опять доберусь. Плевать. Все что угодно, но только не медведь. Его так просто не убить. Щадов. Так, ладно, она кричит он слишком. Давайте, наверное, пока. Так. Pain. Вот, хорошо. Так, более утоляющие жахнули. И, ну, я перебарщивать не буду, наверное, опять же таки. Так, палочку давайте. Оп. Так, а что у нас вообще? Понятно. За что-то он сразу ту пару таблеток она, короче говоря, выжила и порядок. Так, где эта долбаная вышка? Мы должны попасть на вышку. Я хочу попасть на вышку, и, по-моему, я пещеру еще вижу. И грибы рейши, матерь божья. Это же замечательно. Вот они. Хрустящие мороженое. Красота какая. Так, подсобирали опять грибочки. Но Топ шиповничка дал. А я вижу, он шиповничек, видите? О, тут все как надо. Так, жить будем. Так, побольше грибов, а то пускай будет у нас он запас. Но Мишка тем временем не дремлет, поэтому я думаю, что нам здесь не стоит задерживаться. То не забываем об этом мохнатом ублюдке. Так, и по-моему здесь какой-то лут вижу, да? Нет, да, нет. Так, не показалось, походу, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, не, я пошел дальше. Я в гробу видал, короче, здесь оставаться, потому что с медведем шутки плохи. Показалось. О! Так, слушайте, ну мы почти как бы... Так, у нас есть вариант забраться наверх, но я смогу это сделать при условии, что у меня не... То будет перегруза, и я буду полностью здоров. Вот. Но веревка — это только один из способов подняться наверх. Поэтому не обязательно лезть по ней. Можно просто навернуть здоровезный крюк ножками. И будет нормально. Бедная женщина. Так, риск. Риск поскользнуться опять у нас есть. На ровном месте. Так, пока медведя нет, да? Ага. Ау, ау. Ау, ау, ау. Сейчас у нас по-любому и еще какая-нибудь часть он хрустнет. Ай, так, хорошо. Значит, еда. Пропадает волк. Надо жрать. Вот, хорошо, как раз он килограммы ушли лишние. Тут можем попить. Ну, постепенно уже заканчивается вода, поэтому надо будет еще накипятить. Не догонишь мохнатой. Так, мне кажется, или это он? По-моему, это пень. Но, тем не менее, бояться меньше от этого я не стал. Мать твою за ногу. Так, понятно, ружье я держать теперь не могу. Ну, либо так, либо я вообще не выживу. Сэкономили ли мы на веревке? Поломали ноги. Так, значит, сейчас опять-таки заварим пока что рейши. Shut up. Так, погнали. Угу. Отлично. Так, палки у нас есть 11 штук. Так, у нас есть факел пропавший, уголь опять берегу просто на последний момент. Так, хорошо, у меня, значит, излечен риск поскользнуться, уже неплохо. Видимо, потому что я посбрасывал палки всякие. Ну и давайте пока поставим сейчас парочку банок воды. Так, пол-литра тут. Пол-литра здесь. Дожидаемся. Забираем. Так, тут что у нас? Забираем, уже питьевая. Хорошо. Ага, теперь обратно, короче говоря, вернулась. Все, твою ж мать. В принципе, я бы мог оставить там лишние банки, но они, по сути, мало весят, поэтому я не вижу в этом смысла. Теперь, короче, давайте чаек сейчас. Так, ага, короче, я сыт. Нормально все. Так, нам надо приготовить грибы. Так, ну солнце там садится. Это, конечно, плоховато, ничего не скажу. Тихо, 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 стой. Нет, нет, нет. Еще рано. Так, давай на полчаса где-то. Вот. Так, приготовить чай. Ждем. Пьем. Отлично. Так, все, погнали, короче говоря. Забираем с собой факел и по коням. Ну, по-моему, она быстрее передвигаться уже начала. Так, где мы оказались? Мы оказались рядом с тропой, которая ведет в горы наверх. Интересно, интересно. Где-то должна была быть вышка, но я так ее и не нашел пока еще. Пойдемся, посмотрим сейчас, куда нам можно еще выйти. Да, знаю, болит, но... А, это пень такой. Ау-ау. Так, хорошо. Мы можем пройти туда, короче, там есть тропа, которая поднимается наверх, да? Может быть, таким образом мы попадем на вышку, а на вышке, как обычно, есть хороший лут. Может быть, нам попадется точило какой-нибудь. И при помощи этого точила мы... Инструментарий хорошенько свой оприходуем. Я что-то слышал. Точно. Видите? Отдай. Так, мне пока, короче, очень плохо, поэтому попадаться на глаза волкам так себе идея. Но я нашел тропу. Это хороший знак. О, посмотрите, красота какая, блин. Черт подери. Ладно. Нельзя тормозить, потому что там волк. Я пока что сейчас буду идти, наверное, с револьвером, потому что... Ну, похоже на меня... Нет, не говорите мне, что он там. Пожалуйста. Пожалуйста, не будь там. А вот и вышка. Е-е-е. Так, мы нашли вышку. Но там ли медведь? Так, сейчас пока пособираем здесь всякое. Так, это я возьму, спасибо. Ой. Етить, колотить, нет, нет, твою мать. Это он. Это он. Я так и думал, это медвежий след был. Так, слушайте, я попробую его обмануть. Я попробую обойти сюда пока. Фу, господи, я перепугался. А стоит ли опускаться туда? Я поднимусь потом вообще? Думаю, ну, выбор у нас невелик. Так, надо съесть. Надо съесть волка. Так, хорошо, значит, риск на поскользнуться у нас ушел. Но при этом мы сейчас... Shut the fuck up. Так, где он? Тут чат. Вы видите его вообще или нет? Здесь быстро темнеет, и я не знаю, опять-таки, он здесь или нет. Бляха-муха, мы рискнем. Я присяду, наверное, вот здесь. Да ладно. Нет. Нет, ну я тебя прошу. Так, ну ветра здесь нет, это уже хорошо. Да, слушай. Ну типа неплохое место опять, пускай будет, ладно. Так, у нас на всего 3 палки. И вот это плохо, конечно. Я думаю, что начинать с таким набором смысл невелик, но мы подсобираем что-нибудь сейчас. On, так. У нас есть уголь, это хорошо. Так, уголь пошел, короче, в разнос. У нас тут как бы... Тут ситуация опасная. Я, в принципе, сейчас он сделаю, наверное, следующее. Я набросаю угля, короче говоря, еще на несколько часов и попытаемся пересидеть. Ага, у меня прошла боль. Уже неплохо. Так, пока мы тут сидим, давайте сейчас опять же наподержим грибов, потому как у нас уже пошла ночь. Нам надо будет греться чаями. Так, еще порцию давайте сделаем. Угу. Угу. Так, я, короче говоря, такой бы что... Да в смысле? Я ж подсобирал. Понятно, нам требуется 3 уже, короче, этих. Тут 3 кусочка камха для повязок. Я просто заранее уже готовлюсь к худшему исходу. Так, что у нас по состоянию вообще? Все потянуто, ну так, чертовой матери. Так, у нас усталость есть, да? Поэтому подкидываем, значит, угля. Давайте сейчас он где-то еще парочку. У нас он 4 часа есть. И на 4 часа я попробую на боковую. Ну-ка. Так, боль прошла. Так, вылечила О, так, ну, все прошло. Короче, я не зря поспал, уже прекрасно все. Так, час. Посмотрите на красоту эту. А. Надеюсь, нас не запалят здесь. Так, значит, у нас пока глубокая ночь. А это значит, что, ну, в принципе, расхаживать сильно не потребуется здесь. Пока не расцветет, по крайней мере. Так, состояние у нас полностью нормальное, все хорошо. Надо попить, поесть. Так, уголь, уголь, уголь. Так, ну ладно. Но придется пожертвовать ним, но при этом сейчас надо пойти будет за дровами. Одеваться некуда. Так, пьем. Остатки волка доедаем. Так, хорошо, нормально опять-таки наелись. Напились, значит, силы пока есть. Но как же стрёмно, блин. Я попробую посмотреть, что... Признаться, я вообще ни хрена не вижу. Так, веточку хотя бы какую-нибудь, а? Так, я стою уже, да? Ага. Из-за снега, опять-таки, ну, видимость очень плохая. Я не понимаю, есть ли тут медведь, то нету здесь медведя. Ну, по-моему, он есть здесь, опять. Не спрашивайте, как я это понял, но я это слышал. Твою мать. Ну, ладно, посидим пока. Так, у нас рядом здесь есть елка. По идее, ветки могут находиться рядом, и нам не придется настолько далеко уходить от лагеря, поэтому я подогреюсь немножко сейчас. Вот, хорошо, порядок. И попробуем. А, понятно, она находится внизу, блин. У-у. Блин, не упасть бы сейчас вниз, это вообще жопа была бы. Медведь. Тихо. Тихо. Ни хрена не вижу, если честно. Так, дерево, ближайшее дерево. Зараза, поломать нечего. Так, ладно, следующее дерево. Ну, где-то же должны быть ветки. Тихо, тихо, тихо. Тихо, перестань думать вслух. Ветка. Так, хорошо. Поломать. Твою мать. Мороз пошел. Так, хорошо, это можно поломать. Он сколько? 45 минут. Твою ж мать. Ну, это переохлаждение уже полнейшее. Все. Так, все, погнали, короче. Так, сейчас я немного потерялся. Бляха-муха, где у нас был? Так, я вышел на вышку. Это плохо на самом деле, потому что я потерялся. Так, ладно. Действуем тогда иначе. Так, здесь дует. Вот здесь вроде нормально не дует, да? Да, да. Так, хорошо, тогда следующий костер. Надо, короче говоря, надо срочно изготовить. Изготовить растопку. Так, хорошо, давай. Это очень плохо на самом деле. Так, надо жечь, надо жечь. Твою мать. Так, опять. Нет, 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 пока нельзя. Так, еще одну давай. Так, хорошо, у нас перестало ветер дуть, уже неплохо. Так, возьмем, значит, так, 70-60%, 55-70. Так, деревянные спички давай возьмем. Вернее, и дровяные. Так, разжигаем, пробуем. Блэд. Слишком ветрено. Так, хорошо, ищем место. Так, нам надо согреться срочно. Так, ладно, сейчас ищем место. Еще надо... Так, ветер дует в эту сторону. Нам надо попасть... Нам надо попасть куда? Так, здесь ветра нет. Быстренько изготовить, опять же таки, давай. А не из чего готовить. Твою мать! Так, это крайне плохо. В этом случае поливать уже на медведя, короче, надо... Надо выходить отсюда срочно. Так, где здесь вход? Заперто. Нет. Так, срочно растопку какую-нибудь. Так, хорошо. Ух, ух. Так, хорошо, так есть дрова. Мы прямо сейчас вон здесь и растопимся нахрен. Так, все, погнали. Ой, ой. Так, хорошо, есть. Так, ладно. Надо, короче, добавить сейчас, пока у нас тут топливо добавить. Это срочно греться. Срочно согреться надо. Отлично. Так, хорошо, по идее у нас нормально все, да? Риск, то переохлаждение у нас уже проходит потихоньку. Так, риск потянуть, короче, нормально. Вроде как жить будем, ничего такого смертельного еще не нашлось. Так, 5 часов. Пока 5 часов есть, я бы... А, понятно, поспал, да? Ну, придется тянуть, короче, до рассвета. А там уже пойдем найдем наш спальник. Надо ж так, блин, угораздило, а? Надо отыскать ключ от вышки. Я думаю, что то, может быть, она где-то по квестам раскидана, это все дело. Вот, я чего-то не знаю. Но поэтому я приперся сюда раньше, чем нужно. Но, по крайней мере, мы нашли тут полезные штуки-дрюки всякие. Посмотрели там заранее уже, там, что здесь есть. Поэтому, если мы найдем ключ, то придем сюда еще раз. Главное, как бы, не попасть на медведя. Так, пока что согреваемся нормально. На температура у нас он сейчас низкая, но тем не менее мы еще так неплохо держимся. Так, приготовить, значит, давайте еще приготовим. Так, воды. Будем топить воду, короче. Так, питьевая. Отлично, питьевая, значит, забираем. Так, еще приготовить на пол-литра здесь, пол-литра там. Так, хорошо, у меня прошел риск к переохлаждению, это прекрасно. Так, 17 минут до закипания. 16 минут до закипания. Так, забираем. Забираем, хорошо. Ну, в принципе, у нас ну, сколько? Вот, ну, литр воды есть, да? А, уже 2 литра даже воды есть. Это хорошо на самом деле. Пока что позабираю банки отсюда. Я думаю о том, что по-хорошему, конечно, ну, если отыскать плиту побольше, то можно поставить и не 4 банки приготовиться, но... Пока, наверное. Стоит ли выбрасывать то, что у нас уже есть? Либо же просто мы по дороге где-нибудь оставим в подходящих местах. Ну, у нас еще и фонарь есть. Я про него и забыл вообще. Так, значит, камень. Ага. Есть. Так, стрела. Значит, лук у нас есть. Так, что у нас? Эстербайн Лондон, Мейн Уорд, Тимберволф. Написано, короче говоря, что пехотинские, так сказать, шашки там цветовые, они чрезвычайно на яркие и громкие, и могут отпугнуть даже древесного волка. Тут не знаю, конечно же, тут что-то за порода такая. Ну, кстати, у нас пара наборов инструментов. мы могли бы один из них вон куда-нибудь потом сбросить. Так, тем временем рассвет уже потихоньку наступает. Сейчас мы... Так, а что у нас есть? Ой, хорошо. Так, порядок. Я прихвачу, наверное, сейчас с собой там факел. Надо пойти осмотреться. Ага. Понятно. Ну хорошо, в этом случае я могу, наверное, на здесь оставить тут лишнее барахло пока еще. Может быть, мы... Ну, опять же таки, тут весит он 15. Мало. Мало-мало. А что тут можно еще кинуть? Лишнюю одежду допоскидывать пока тут нет смысла, потому что мы потом из нее еще будем шить себе заплатки всякие. Так, это нам надо. Значит, что тут у нас? Самодельный ножик, он тоже надо, опять же таки, если поломается обычный, то придется и таким выживать. Так, стопроцентные инструменты, значит, опа, выложили. Ну, допустим. Так, опять ключа под ковриком, я так понимаю, тут мы не найдем, да? А зато лом нашли. Монтировочка. Так, показалось или это шиповник? А, показалось. Чего только не увидишь тут на потемках. Так, там, тем временем, короче, догорают у нас. Я прихвачу там с собой... факел и погнали посмотрим. Так, хорошо, пока ветер окончательно не поднялся, я пойду. Господи. Эти звуки ночного леса, конечно... Так, ладно, допустим, там у нас костер, и я пришел оттуда, да? Ну, поэтому надо пройти сейчас в ту сторону, забрать наш спальник. Он был у нас по правой стороне отсюда. Надо отыскать он тот уступ, с которого я ушел. На какое-то там мгновение я забыл о медведе. Я надеюсь, он ночью спит. Потому что если не спит, уснем мы. Так. С этой стороны, по-моему, не пройти, да? Да, точно. Там была там щель, через которую не пролезть. Поэтому я пойду, наверное, вот таким сейчас макаром. Так, мишки не видно вроде. Да? Так, хорошо. Так, ну и вот сюда, короче, на холм надо. Надо подняться. Фу, блин, я пересрал что-то. Сейчас все будет. Так, мы шли сюда. Вот где-то тут у нас, короче говоря, ну в этом ущелье находится наш он спальник. Из-за того, что то прошелся, тут ветрюганище у нас тут. Так, понятно. Перевес. лепту выкинул. Твою мать, у меня опять риск переохлаждения. Так. Я сюда ходил? Нет? Да. Здравствуй, родимый. Так, забрать, конечно, вы чё. Так. Так, все, успокойся. Блин. Как будто хищник там где-то на дереве уселся. Я такой. Что происходит? Так, хорошо. Тем временем у вас уже на экране оно там все нормально видно. Но я пока что вижу все в таких... В полутонах, я бы сказал. Сумеречных. Не знаю, как у вас, а я обычно на сумерках очень плохо вижу. Вплоть до того, что не различаю лиц. Так, не, мы обойдем. Умный гору обойдет. Так, значит, что тут у нас? Нам надо отсюда, в принципе, уходить уже. А что это там дальше? Звуки. Так, ладно, пока вроде нормально все. Мы перемерзаем уже, там самое противное, конечно, поэтому надо будет сейчас поджечь костер какой-нибудь. Господи. Так. Судя по карте, если нам опуститься вниз и пойти направо, то, во-первых, там был волк, а во-вторых, там был наш косолапый друг. Так, где следы? Я следов не вижу. Замело, наверное, все-таки. Я не хочу умирать. Так, сейчас я прислушиваюсь просто. Ну, потому что иногда можно услышать, как он ходит. Вот с правой стороны там что-то было. Так, дайте мне карту, пожалуйста. Так, хорошо, я иду в правильном направлении. Если не сворачивать, все будет хорошо. Я надеюсь, по крайней мере, на это. А вот и волк. Так, понятно. Мы постараемся его обойти, но в крайнем случае тебе придется его жрать. Либо у нас ест. Не знаю, что из этого хуже даже. Так. Окей. Пока неплохо. Пока неплохо. Так, поднимаемся. Повышается риск поскользнуться, потому что на высоту лезем, да? Я прихвачу ружье. Поглядываем в оба. Поглядываем в оба. Так, хорошо, пока нормально. Так, и по карте мы довольно близко уже к тому месту. Это на самом деле хорошо, потому что там уже можно будет сделать привал. Я надеюсь, что там сейчас не будет где-то какого-нибудь животного. Ну, кроме разве что оленя. Так, хорошо, пока нормально все идется. Ух! Макс, привет. Я тут выживаю в суровых канадских шанхаях, так сказать. Ну, пережили ночь, короче говоря, но без спальника. Ну, рядом с медведем. Господи. О, да, уставшая у нас девушка, потому что вообще не спала, блин. Так. Так, хорошо. И дальше по карте, куда нам надо идти? Нам надо повернуть вот в эту сторону. Угу. Ну и где-то там сейчас мы найдем каких-то заключенных, по идее, на которых, ну, то будет лут. Я так понимаю, будет какая-то еще записка, по которой мы найдем подсказку, куда тарахтеть дальше там. Вот, а я там видел, ты в КС рубился. Даже таки запустил. Что такое, кушать хочешь? Но у нас там еще волк остался, давай его... А, не осталось волка, ну ладно. Так, 45%, я не знаю, есть, не есть. Давайте, наверное, пока шоколадку, наверное, бахнем какую-нибудь. То же самое здесь. Так, хорошо, и воды. Перекусили. Перекусили, подкрепились. Ай, ну, тем временем у нас уже погода начинает то портиться. Там сегодня дождь опять пошел. Температура, поговаривают, уже опускаться будет до -3. Это по-хорошему надеялся на... Ага. Это по-хорошему надеялся, что, ну, можно еще пару-тройку деньков там в тепле посидеть, но походу уже все. И это, конечно, прискорбно. Так. Пожалуйста, скажите мне, что мы не зря сюда ползем. Потому что поскользнуться здесь... О. Тут, ну... Музыка прям заиграла. По идее, мы не зря пошли. Так, где-то здесь, наверное, Но обычно над трупами кружат вороны, но я ворон здесь не вижу. Господи, этот звук. Ах. Попытаемся обыскать сейчас окрестности, посмотрим, то может быть где-то наш заключенный засел. Вот это вот место слева очень мне нравится, что там, потому что похоже на пещеру. Так, мы открыли новую локацию. Ну. Называется пещера на вершине холма. Так, записка заключенного, значит, у нас. Почитаем. Здесь что-то охотится на нас. Я не видел, что. Я-то думал, что мы оторвались, но теперь, говорит, ребята, так, глядите в оба, потому что иначе, чем мы отсюда не выберемся. Ну да. Так, спички. О, приготовленный кроль. Ешь. Спасибо, ребятки. Так, хорошо, значит, персики. Фига тут барахла. Кто там шурудит? Так, хорошо, кедровые дровишки. А это что еще такое? Ага, кровать, короче. Ну, я не знаю, тут, по идее, засыпать не стоит, потому что холодно сейчас. Так, температура минус 18, короче, чувствуется как минус 11, поэтому не будем тут доводить. У нас риск повышается от переохлаждения. Я сделаю проще. Надо срочно сейчас, короче, костер подогреться, передохнуть. Может быть, что-то еще и выгрузить, потому что мы такими темпами будем идти очень долго, я так чувствую. Замечательно. Ох. Ох. Так, персики давайте. Нагреем, приготовим сейчас. Так. И приготовить. Ага, понятно, здесь ничего нельзя, да? Пока. И пока у нас оно горячее, ну-ка дайте посмотреть. Так, молоко. А! Я-то думаю, что там кипит? Олень? Господи, да как же нам везет-то? Ну, это не может, конечно, надо длиться вечно, опять когда-нибудь я подохну. Или, может быть, это просто, как бы, не знаю, расплата за то, что мы сегодня в челлендже не выжили. Так, 30 минут, короче. Кушай. Кушай, грейся. Ой, хорошо. Так, согревается. Так, хопаньки. Хоп. Приляжем на часик, давайте. Отлично. 16 минут до полного сгорания. Давайте пока, наверное, подкинем палок всяких. Так, у нас есть кедровые, то дрова есть иловые. Давайте опять-таки, не знаю, два там оставим, то два там, вот и два здесь, да и палочку еще все. Вот, закинем. Так, все, пускай приготовится, и я пойду разделывать оленя. Да хватит там выть. Так, хорошо, значит, мох. И, по-моему, для повязки требуется как раз он 3 штуки, поэтому мы насобираем сейчас. И можно будет запилить. Так, а вот и волк. Не подходи ко мне, пожалуйста. Так. Мясо давайте полкило попробуем сейчас он собрать. За 5 минут. Вот посмотрим насколько она хоть свежая. Ну, типа свежая, но опять-таки давайте так сделаем. Мы костер сейчас здесь поставим. Вот. И пускай эта туша оттаивает потихоньку, а я буду... Да, слишком ветрено, твою ж мать. Ну, прости, пока не могу. Так, что тут у нас? Перья. Перья пригодятся для изготовления стрел. Эта вещь нужная, занимает мало места, поэтому надо брать с собой все, что дает нам матушка природа, там все... Ну, поняли, короче. Так, поднимается ветер, поэтому я попер, наверное, обратно посижу. Грибочки. Ой, как хрустят. Боже ты мой. О, окей. Так, поехали, короче, пожарим тут сейчас. Но мы пожарим пока... А, понятно, она уже плесневелая. Поэтому собирать оленя этого вам нет смысла. Там шкуру с него забрать можно, да. Но... Ну, тут бесполезно она уже, короче. Так, час. У нас есть час. До заката пока еще. Тут времени навалом. Но пока что поднимается ветер. Так, сейчас, короче говоря, это дело все. Да, в принципе, переопускаем. Но... Мы, короче, чай себе. Вот, забацаем и пойдем дальше. Надо сейчас посмотреть, куда нам отсюда вообще идти. Мы нашли это место, да? Потом у нас еще одно находится в горах здесь. Но чтобы бы туда добраться, потребуется, не знаю, там сутки-двое еще, наверное. И после этого нам надо попасть вот сюда, короче, в переход Томпсона, как бы. Вот. По сюжету. Поэтому теперь уже, когда мы пришли тут сюда, у нас он просто по прямой линии все будет. Я надеюсь. Вы знаете, как я люблю петлять везде. Я хочу шкуру того оленя. Ну, почему? Потому что мы теперь можем шить сапоги. Вот из оленя. Это шикарная тема, на самом деле. Так, я просто, короче говоря... О, заберу, как бы, но это... Это такое себе. Я просто использую, наверное, как приманку, если надо будет. Так, мерзнем. Мерзнем слишком быстро. Короче, давайте так. Я сейчас накидываю на костер. Потом иду, короче, обмораживаю на себе там все, что у меня можно обморозить. Ну, собирая шкуру. Так, час есть. Час есть. Пойдем собирать. Ох, и ветрено же, господи ты, боже мой. Давай, топай, топай, топай. Понятно, как бы у нас он связка дров там сейчас за спиной. Вот из-за этого идти тяжело очень. Но что поделать? Да-да-да, я знаю. Так, хорошо, пробуем, короче, значит, шкура потребуется на 45 минут, либо 30 минут ножом. Я 30 минут ножом, короче, сделаю. А пока что давайте, наверное, на чистую шкуру, потому что у нас риск... переохлаждение. И вот такими перебежками как раз мы сможем получить, что нам надо, и не помереть еще при этом. А этот волк никак не успокоится. Ему как медом намазано там, слушайте, вообще. Чего тебе надо? Шарится там. Ай. Ну ладно, мы уже за это прохождение двоих у нас сожрали, поэтому ничего страшного. Так, надо выложить пока там шкуру, но пускай она сохнет. Так, это ты? Да. Хорошо, есть. Отлично, значит, сохнет. Где-то отсюда положить. Он часик погреться можно еще, да? Да, у нас есть час. Мы можем, наверное, наподкинуть вот это навороченное бревно. Хотя жалко, давайте, наверное, на пока что просто просто елку. Вот, 2 часа есть, хорошо. Так, что у нас по времени? Пока что еще. Пока что еще непонятно. Так, наверное, часик подремаем. Вот. И потом уже пойдем дальше. Так, риск переохлаждения у нас ушел. Там шкура, пока у нас он сохнет, там все дела. Мы полностью готовы. Твою мать. Не, ну серьезно, опять же, таки только собрался выходить и... Почему так постоянно происходит? Почему так постоянно происходит? Так, жарить будем сейчас. Ай, падла. Так, ладно. Я пока сейчас вам чай, наверное, заварю. Выпить все к чертовой матери, давайте. Так, все, короче, пускай шкура у нас пока остается здесь. Я не потащу ее с собой, но потому что передвигаться еще надо. Пойдемте дальше. Так, нам теперь в эту сторону, да? Ага. Твою мать, как же холодно-то. О. Продувает еще вообще. Опа. Что здесь у нас? Весьма таки интересное местечко к нам попалось, я вам скажу, потому что... Дофига просто вообще попадается. Да, прям таки. Ты поспала час. Так, хорошо. Собирай. Отлично. Так, еще там грибы есть, господи, они бесконечные. Эти грибы, это камни, да? Да, это камни. Что тут у нас? Так. О, паньки, томатный суп. Мамки на кухне вообще. Что тут у нас? Ингредиенты. Помидоры, вода, соль. Производство Канады. Ну хорошо, это пригодится, пускай будет. Я знаю, перегруз. Потерпи минутку. Нам только надо дособирать сейчас вот эти грибы, потом уже будем разбираться. Я все еще раздумываю, пойти ли на ночь глядя дальше, либо же отоспаться здесь и пойти потом на свежую, так сказать, уже голову в нужном направлении. Но ноги как-то сами несут уже, знаете ли. Продувает, конечно, от души. От души в душу прям. Уф. Нам... Фу, господи, блин. Ах. Чуть не обосрался, блин, господи. Так, Так, бочком, бочком. Бочком. Отлично, хорошо. Спуск удался. Так, у нас полетел, да? Так. У нас он скоро заканчивается действие то чая, поэтому Что я вижу, товарищи? Это же шиповник. И не один куст, а даже три. Как показалось изначально. Но... О, и даже не три. Все, теперь нам обеспечен, так сказать, нормальный отдых. Ну, правда, писать будем, конечно, много. Так. Оп. Собираем. Так, еще пару кустов. Что-то давненько я уже не видел нашего косолапого товарища, опять-таки. На тех пор, как мы там прятались. На вышке. Прошло много времени, конечно, уже. Но куда он пошел? Что же стало с косолапым? Об этом в следующей серии, да? Так. Да, мы правильно идем. Сейчас у нас эффект согревания закончится. Я пока что опущусь, наверное, сюда в... низину, потому что это позволит нам защититься от ветра больше. И будем надеяться, что мой сейчас ограниченный угол обзора не помешает нам все-таки выжить. Так, у нас уже там холодное сердце, уже посмотрите, прям просто. Так, хорошо, действие прошло. Теперь нам надо сейчас опять заварить чай, там согреться и пойти дальше. Для этого воспользуемся скалой. Ох ты, я вижу мост. Но если есть мост, значит я на правильном пути. Это просто замечательно. Так, ветра здесь нет. Ага, по мосту, короче говоря, мы можем перейти вот сюда, потом подняться налево, да, еще выйти и так далее, да? Хорошо, пройдемся по мосту, посмотрим, может быть, есть какие-то постройки там вдоль этого всего. Знакомый водопад, знаете ли. Ой, так. Ну, хорошо, ну, в этих местах я уже, получается, был, поэтому по-любому сейчас какая там постройка появится здесь. Надо будет пристроиться где-нибудь. Так, хорошо, по снегу уже не топаем. Вот знакомый мы мост, тут хоть стреляйся просто. А. Так, сейчас мы туда идем вообще. Да, нормально все. По тропе надо топать. Пока что у нас небольшая защита от ветра, но она заканчивается прямо здесь. Надо срочно прятаться за скалу куда-нибудь сейчас и подогреться. Так, где у нас он хороший такой, там склон есть. Вот где-нибудь здесь, наверное, подойдет сейчас. Так, 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 давай, топай, 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 молодец, умничка. Так, хорошая девочка, давай. Так, значит, что здесь? Да, в смысле костер нельзя поставить? Можно же. Ну, погнали. Привал, как говорится. Так, мы пока тем временем, значит, что? Мы можем подогреть томатный супчик. Ой, хорошо. Так, супец у нас, он греется целых 12 минут. Ну, и пока он нагревается, опять же таки, нагреваемся и мы, поэтому это Это тоже хорошо. Так. Eat it. It's good. Так. Ну еще бы столько банок нести. Так, 50 минут у нас есть, да? Но по-хорошему надо еще отогреться. Я, пожалуй, сейчас воспользуюсь вот здесь вот на бревнишком вот этим нашим. То, которое на 3 часа дает. И можно передремать. Так, 2 часа поспим. На всякие пожары, потому что то костер на таком ветру может быстро перетухнуть, и мы попросту замерзнем во сне. Но нет. Мы отогрелись, погодка улучшилась. Отлично, у нас он часик есть. Недостаточно выспались, конечно, я не знаю. И у нас уже закат. Так, ну нам пора. Нам сейчас определенно пора уже идти, потому что и если мы тут останемся, у нас просто-напросто не хватит топлива для того, чтобы переждать ночь. Надо искать укрытие какое-нибудь. Ну и кстати, посмотреть надо сейчас где-то здесь на карте же есть вот этот... А, гора, получится. Нам туда прям идти надо будет. Ладно, посмотрим еще. А пока что пройдемся, походим. Или даже пробежимся. Что-то там такое тут виднеется интересно. Я хочу пойти посмотреть там. Тут вроде бы и с той там стороны интересно, и там интересно. И, может быть, где-то люк даже находится. Вот, а я об этом не знаю. Я поднимусь, пожалуй. Так, подсобираем сейчас веток с собой. И тут надо присматривать, опять, чтобы не поскользнуться. Все-таки подъем. Да с таким весом. Это чревато. Итого, значит, где мы оказались? Уж больно знакомая эта скала. Если по ту сторону окажется костер, который я сжег. А нет. Но похоже было. А может быть, он снизу? Тут нету, ладно. Так, хорошо. Короче говоря, тут пока что привал на дело нет смысла, потому что можно еще пройти. Так, сможем здесь лезть? Так. Так. А. Умничка. Так напряглась, что аж прям зевать начала. Так, посмотрим, куда мы тут пришли. Ага, по левую сторону находится вот эта скала, на которую надо выйти. Мы уже близко. Но там же 2 волка. Целых 2, мать его, волка. Посмотрите на это дерьмо. А может, даже и не 2. Может быть, один из них уже пасет меня здесь. Я об этом не знаю. У-у-у. Вы только посмотрите на это. Так, слушайте, у нас есть небольшое укрытие, уже неплохо. Так, сейчас главное нам радостях не отдаться волку только. Ой. Так, хорошо, пособирали. Так, ветка у нас есть. Блин, какой... А, блин, закаты красивые, черт подери. Но на это нет времени. А там еще один домик есть. Так, я боюсь провалиться, конечно, но... Сейчас отогреемся. Ты посмотри. Там есть труба еще дымовая. Тут дымоход. А это значит, у нас есть печка и, может быть, даже закрывающиеся двери. О-о-о. Да. Так, хорошо. Нож. Боже. Что ж так хорошо все? Фу, конечно. Да, я знаю, барахла мы набрали, конечно, на 3 сезона сразу. Так, порыбачить можно опять при желании. Можем попробовать. Так, есть такое дело. И есть у нас спальник. В каком состоянии? 85%. А наш в каком состоянии? Так, ну-ка посмотрим. Так, у нас пока ничего не намокло вроде. Нормально все, да? Хорошо. Спальный мешок. Спальный мешок. Дайте посмотреть, значит, где он находится. Ага, 72%. Ну, есть смысл поменять. Я думаю, что этот опять дропнем пока что сейчас. А этот себе то заберем. Но на этом, опять же таки, можно и разложиться даже. Ага, используется тот, который получше, да? Ладно, хрен с ним. Так, здесь холодно. Это раз. Давайте пока разожжем тут все это дело. Так, ну и по факту, опять-таки, мы уже тут с вами 2 часа там ходим, поэтому надо будет сейчас закругляться, думаю. Мы уже близко находимся к 2-му месту поиска, поэтому мы передохнем здесь. А завтра, либо же на следующем там стриме уже пойдем отсюда. И после этого выдвинемся уже на сюжетную ветку, скажем так. Вот, значит, сейчас я пока тут приведу себя в порядок, посмотрим. 59 минут, уже, короче, пошла ночь. Кто там ходит? Кто там? Понятно, никого. Так, хорошо. В принципе, опять-таки, добавляем сейчас топливо. Палки все у нас уходят в расход. Так, но я оставлю это бревно, а оно слишком хорошее. Пока что рано его портить. Я, пожалуй, сейчас заварю, наверное, еще чаю. Нам надо сейчас по-быстренькому выскочить, посмотреть, что там полезного есть в беседке той. Вот. Так, сейчас. Мы пока что сбросим, получается, этот спальник, чтобы он не мешался. Лишние банки можно поставить пока еще. Он где-то 3 штуки там себя оставим, пускай будет. Ну, даже 2. Постоянно нам пользуемся, да, 2, пускай 2 будет. Лишний лом. Пока что можно выложить. Так, риск переохлаждения у нас он тем временем уже прошел, но состояние на здоровье, конечно, не ахти. Так, сколько у нас времени? Так, 2 часа там 42 минуты. Хорошо. Пока что прикрою и пойду посмотрю, что там есть полезного. Причал какой-то. Ну. Так, не паникуем. Так, поломать лавки можно, но мы не вандалы какие-то, опять же, будем пока что обходиться так. А здесь, оказывается, пусто было. Блин, я так рассчитывал на какой-нибудь лут. Ладно, ничего страшного. Короче говоря, нам надо сейчас запастись дровами на ночь. Это был волк? По-моему, да, это был волк. Я вижу прекрасное поваленное дерево. Тут ветка хорошая упавшая. Так, на 45 минут давай ломать. И снова посмотрите, там есть огонь. Там постоянно что-то горит. Я не помню, конечно, что. Нам срочно надо сейчас пойти отогреться. И поспать еще заодно. Так, а двери с той стороны. Кто-то, я думаю, ну что я огня не вижу? Ой, хорошо, как, господи. Вы посмотрите, как здесь уютно-то вообще. Так, спальник положим сейчас он сюда. Так, ты давай не кисни. Сейчас все будет хорошо. Так, уберем, а то... На банках он спать, опять же, таки не хочется. Тут, не дай бог, еще там сядем на них. Так, хорошо. Теперь подкидываем, короче, дров. У нас он как раз есть там. Пакован целый. Так, 5 часов. 6 часов, хорошо. И есть палочка еще, да? 7 часов. Отлично просто. Ну и теперь уже можно расстелиться хорошенько, сейчас выспаться так. Ну. Так, будем спать часов, наверное, 6. Так, риск переохлаждения у нас прошел. Что по здоровью? По здоровью пока не густо, а надо попить. Надо попить, надо поесть, надо приготовить чай, наверное, и поспать еще там после этого чая, то в этом случае тогда у нас будет хорошо все. Так, значит, 2 часа 48 минут и темно на улице, пипец просто. Что-то подсказывает мне, что придется использовать наше полено. Пустить его в ход. Так, мы насобирали шиповничек там, да, еще, и грибы. Я пока что то грибами буду затариваться, потому что они повышают иммунитет. Так. Готовим. Угу. Ну и можно и приготовить, ведь он заодно повязку сейчас. Так. Подойдет. Хорошо. Значит, 2 часа у нас есть, да? Приготовить рейши. Так, подождать. Выпить. Так, хорошо. Значит, пошел там разогрев. Значит, мы подкидываем еще полено. И у нас он 4 часа есть. Спим где-то 3 часа, давайте, значит, так сделаем. Так, рассвет, хорошо. Ну вот, до рассвета дожили, уже неплохо, у нас еще остается 2 часа на этом все дело. Можем порыбачить немножко. Так, при помощи топора, короче говоря, тут можем разломать Или же при помощи лома. Так, хорошо. Так, у нас он сколько? Здесь он 2 часа. Порыбачим час. Отлично, поймали. Ох. Как же хорошо-то. Так, у нас есть час 20. Мы приготовим сейчас вот эту рыбешечку. Так, подождем, короче, кушай. Кушай, родная. Так, сколько у нас еще осталось? Так, 52 минуты. Надо, да, по-быстрому опять приготовить еще одну рыбу. Так, все, это у нас пойдет в запас. Вот, ну и таким образом, короче, дожили мы до утра. Красота какая. Хорошо. На этом, пожалуй, остановимся. Значит, я пока что сейчас здесь закроюсь. И потом уже продолжим там с вами на следующем там стриме. Спасибо всем, кто приходил сегодня. Спасибо еще раз Зот Степанов за фоллоу. И увидимся там с вами уже на следующих там стримах. Всем спасибо и всем пока.